Здравствуйте, меня зовут Катя. Сегодня я представлю вам бытовой дренажный насос «Вихрь» DN1100N. Дренажный насос предназначен для откачки воды из рек, водоемов, колодцев и подвальных помещений. При этом допускается средний уровень загрязненности воды. Также он используется для орошения и подачи воды с глубины не более 8 метров. Работа устройства в сухую не допускается, а температура выкачиваемой воды должна быть в диапазоне от 1 до 35 градусов Цельсия. Данная модель в линейке самая мощная. При потребляемой мощности 1100 Вт максимальный напор насоса равен 10 метров, а максимальная подача воды 258 литров в минуту. В комплект входит сам насос, пластиковый переходник и штуцер, и паспорт устройства. Корпус у данной модели выполнен из нержавеющей стали. На нем расположена удобная ручка для транспортировки. Длина кабеля 8 метров. Устройство состоит из насосной части, герметичного электродвигателя и поплавкового выключателя. Внизу расположены всасывающие окна для механической очистки воды. Диаметр пропускаемых частиц до 35 мм, а диаметр выходной магистрали 1,5 дюйма. Используя переходник, можно изменить направление выходной магистрали. С помощью штуцера можно установить трубу диаметром 1 дюйм или шланг диаметром 1 дюйм и дюйм с четвертью. Для начала откачки воды с помощью насоса накрутим на переходник штуцер, а на него установим шланг дюйм с четвертью, зафиксировав хомутом. Затем на ручку для переноски следует закрепить трос, с помощью которого можно погрузить, а после работы вытащить насос из воды. Во избежание поломки нельзя опускать и поднимать насос, держась за электрический кабель. Затем отрегулируем уровень включения и отключения устройства с помощью поплавкового выключателя. Для этого его шнур закрепим на ручке для переноски. Поплавковый выключатель контролирует уровень воды и защищает от сухого хода. Опустим насос в воду. Ну что, посмотрим насос в работе? Подключим его к сети. Как вы видите, поплавковый выключатель автоматически отключил насос. За 30 секунд он перекачал воду объемом 70 литров. Для сравнения, это около 7 ведер. Обратите внимание, что по технике безопасности должно быть установлено автоматическое отключение сети при внешней утечке тока более 30 мА. Во время эксплуатации устройство не требует специального обслуживания. Но если в течение длительного времени вы не используете прибор, необходимо слить из насоса и труб остатки воды, промыть чистой водой и высушить. Следите за нашими выпусками. Скоро увидимся. Пока!